Когда наступал год осени, в магазине купили желтого коня, который очень похож на осла. За годы существования этот конь видел немало мягких зверей, например, эту пару. Или еще других зверей без пары. Он лежал одиноко и ждал своей участи. Но, когда его брали, на него чаще всего говорили «осел». Не понимая, что он был сделан как пони. И он ждал. И вот недавно случилось для него чудо. Он встретил ту, которая хоть и другого цвета, но как и он. То ли осел, то ли пони, непонятно. Теперь ему не будет никогда одиноко. Потому что он встретил себе идеальную пару. Он по-настоящему счастлив. И пусть будут счастливы все те, кому понравилась эта история.